Нихал. Шалом. Православная. Я из Да. Наткарина, вы откуда? Житомирская область, Украина. Великолепно, о чем беседуете? Не знаю, вот на какую последнюю тему вы обсуждали. Мы обсуждаем украинское закон о мобилизации. Одобряю полностью. Основание? Война идет. Не, ну, как вы думаете, зачем закон этот нужен? Чтобы людей мобилизировать. То есть не хватает людей на фронте. Хватает, но всегда не хватает, как бы. Одному штурмовика, чтобы обеспечить, нужно там 20 человек. Чтобы там один ему задницу потерял, а другой там, не знаю, форму выстирал. Ну, я условно как бы имею в виду. Чтобы одного штурмовика обеспечить, как бы, нужно очень много людей. А там как бы очень много воюет. Поэтому вот нужно. Фронт расширяется, поэтому нужно больше людей, да. Расширяются где? Ну, вот на Харьковском направлении появился фронт новый. Поэтому вот. Ну, нужно как бы больше людей, как бы, для этого. Чисто Даже вот не из-за число. этого. Так-то потерь нет, да, особо? Потери есть, как бы, но Ну, не в незначительные. таком огромном количестве. Не в таком огромном количестве. То есть, Ну, в принципе, намного меньше, чем у русских. нужный закон. У А вот, россиян точнее. чуть меньше, чем россиян. А Карась сказал, с 18, говорит, надо призывать. Чё, как он такой? Было бы неплохо. Вот и мне, допустим, 19 лет. Я вот даже добровольцем пойти так спокойно не могу. Почему не можете? Нужно разрешение родителей, как бы. Вот я звонил даже в третью ШБ, как бы там мне говорили про это. Разрешение родителей? 19 лет, уже Да, да, да. совершеннолетний. До 22. У вас до 22? До 22 нужно разрешение родителей. Но это конкретно добровольческими бригадами они такую инициативу просят. Как бы я не знаю, на уровне закона это или нет, но все ж Ну таки. добровольчески, а можно в ВСУ пойти? Так это тоже ВСУ, как бы. Не, ну это добровольческие батальоны, а ВСУ Ну. это уже как бы ВСУ. Структура Ну так другая они и немножко. так они и есть ВСУ. Не, они Они в входят в структуре ВСУ. ВСУ. Ну да, они входят в ВСУ, но они добровольческие. То есть они берут, они кого хотят, а ВСУ берут любых граждан. Граждан Украины. С Даже 20, с граждан. 25. С 25. 25, Мобилизация. а говорят, Да. с 18 можно же на срочку сходить. Сходили на срочку? Нету срочки у нас. Как срочки нет? Ну так. В военное время срочки нету. Нету срочки. Ну, с Нет. 18 уже берут, можно же пойти, по идее. С 18 же. Если ты строчку закончил, тогда берут. Может как-то дома закончить и пойти потом. А как дома срочную службу закончить? Я могу военную Родители кафедру. не пускают? Я могу разве что вот с военную кафедру закончить, но это 2 года нужно учиться. И то как бы там на определенные вещи. Мне уже и 22 стукнет. А родители не пускают, да? Конечно, какая мать отпустит сына? Ну какие-то отпускают. Ой, Ну какие-то отпускают. у меня камера зависла почему-то. Секунду, о чем я с камерой? Ну какие-то отпускают, а вас, короче, не отпускают. Ну вы хотите прям, да? А почему вы хотите? За счет чего? Ну, я не то, что прям хочу, говорю, желанием, но я пошел бы. Вот я вам говорю, как бы, почему я не пошел. Почему вы не пошли? Ну вот, сказал вам. Нет, я имею в виду это. Блин, сейчас, что с камерой? Да. Почему бы не пойти там патроны относить какие-нибудь? Ну, что-нибудь такое там, я не знаю. Ну, не знаю, может, в центурию податься. Неплохо было бы. Я, может, пойду. А мотивация в чем? Ну, вот желание почему? Страну защищать. От кого? Ну, от Русни. Ой, Ж, э, а что она делает? от, 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 э, от российских фашистов. А что они делают? А что они делают? Убивают, как бы, маленьких мальчиков. Тут маленьких мальчиков, это где? И бегемотиков, да, оккупируют территории и зазихаются на мою страну. Вот поэтому я считаю, ради этого только можно пойти. А где кого? Это вы где прочитали, что сделали? Ой, это не помню. Это какие-то новости. Вроде бы Униан там показывали. Там вроде бы это в Херсонском зоопарке или в Бердянском, там из-за бегемотика. Бегемотика из... А прям показали, как носить бегемотика? Прям Не, показали? просто показали маленького бегемотика. И написали, что из А, это же не получается, что могли и наврать. Могли наврать, а могли бы не наврать, я не знаю. Ну вы готовы ради вранья пойти воевать?
ради бегемотика, да. Так это вранье. То, что бегемотика... А может, не вранье, откуда вы знаете? Так нет же факта. Вы же поверили просто в фотографии. Ну, нету факта. Как вы будете... Вы думаете, кто-то записывал то, как носили бегемотик? А как узнали, что изнасиловали бегемотика тогда? Ну, если ты, наверное, изнасиловал. Они приезжали на нашу территорию, брали анализы у бегемотика. Как они это узнали? Ну, не знаю, не знаю. Можно вот просто определить в зоопарку. Может, какой-то местный житель сделал анализ по поводу того, что изнасиловали бегемотика. А, у местного жителя он шел-шел, и такой раз у него лаборатория чисто с собой. Ну, может, лаборатория, может, не знаю, может, кто-то там зоопарком заведует и заметил это. Угу, угу. То есть за бегемотика отомстить надо? Конечно. Как же без бегемотика-то? Ну, в принципе, ситуация-то такая достаточно веселая. Ну да. Ну, война, она вообще веселая, да, по-моему? Ну, не очень, на самом деле. Не, а что, сейчас весело было, по-моему? По поводу бегемотика, не знаю, да. А вы не были на месте бегемотика просто. Что ты, все, не выдержал?